В преддверии юбилея Ленинского района глава муниципалитета Валерий Венцель посетил Управление социальной защиты населения, чтобы поближе познакомиться с трудовым коллективом и отметить отличившихся сотрудников. Всего в управлении работает 24 человека, и они считают свою профессию настоящим призванием. Мы обеспечиваем открытые двери в нашем учреждении с 8 утра до 8 вечера. В принципе, мы поделены на смены, если кому-то интересует наша внутренняя жизнь. Мы работаем, конечно, как положено, 8 часов. Кто-то приходит с 8 утра, кто-то приходит с 11 часов. Но для того, чтобы люди могли с 8 утра до 8 вечера, включая субботу, воскресенье, без всякого обеденного перерыва, прийти к нам и получить какую-либо консультацию. Сейчас управление предоставляет около 80 государственных услуг. Перед награждением юбилейными медалями Валерий Венцель подчеркнул важность деятельности работников социальной сферы и рассказал о предстоящих праздничных мероприятиях, которые пройдут 14 сентября. То, что вы делаете, может быть, кому-то и незаметно, но, поверьте, это настолько важно, общение с нашими жителями. Когда вы вникаете в их трудную ситуацию, может быть, где-то помогаете и добрым словом, а где-то и конкретными действиями. И поверьте, для нас это очень ценно. И вот лишний раз, пользуясь случаем, хотелось бы вам выразить слова благодарности за вашу работу. Сотрудники управления после получения наград из рук главы муниципалитета делились впечатлениями. Такое внимание со стороны администрации обязывает еще ответственнее подходить к своей работе. Сделать наши услуги более еще доступными и качественными. Наверное, все-таки отношение к людям должно стать еще чуть-чуть добрее. Ну и стараться как можно больше и лучше оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Сразу после приятной процедуры все разошлись по рабочим местам. Ведь помощь населению нужна всегда, и у кабинетов уже начала выстраиваться очередь из посетителей. Сейчас мне соцзащита все помогает делать. Нам вот сейчас заплатила, они нам делают перерасчет. Не полностью, вот за квартиру там половинку. Это железная дорога, автобусы, все мне помогает. Можно быть уверенным, что каждый, кто попал в трудную жизненную ситуацию, найдет здесь помощь и поддержку. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.